подумал над радугой. Но инициализация... Фак, почему такой сложный выбор должен был быть? Окей. Включи показ. Включи показ. О, я дебил. Я дебил полный. О, мой бог. Спасибо. И чат, вы молодцы. Я... Ну... Спасибо вам большое. У тебя на стриме игры не видно. Алло, дядя. Да. Спасибо большое, Сталкер и Армем, за донат и за сообщение. Сталкер, ты спас меня, да. Это было стрёмно. Я не знаю, что мне на Ютубе за это скажут. Наверное, меня повесят. И я думаю, что меня вычислят по IP и потом, может быть, застрелят. Или пришлют отравленный пирог. Ладно, я сделал вид, что ничего не было. Мы продолжим отсюда. Радуга и инициализация. Радуга и инициализация. У меня те все мысли сбились. Короче, нам нужна... Нам все-таки нужна радуга. Инициализация — это классно, это одна из топовых карт. Но радуга нам нужна сейчас для дамага, иначе у нас будет нулевой урон. Клубника вообще не то, что я искал. Даже приблизительно. А еще и золотой идол. Я думаю, что мы можем позволить себе здесь проклятие, потому что мы идем в магазин. Да, я на эту элитку не иду, 100%. А, блин, но если на эту элитку, то дополнительный хил один. Значит, нам нужно не проклятие. Нам нужно 6 максимального здоровья, точно. Мы получили все равно клубнику и 6 максимального здоровья сверху. Гремлин, лови, шок и подзарядку. Вообще, то читается отмёт, но я уже привык. Апмем. Окей, окей. Хорошо. Я понял. Так, радуга. Погнали. И мы не будем играть здесь больше ничего такого. Нам нужно все равно с гремлином на перегонки. Спасибо тебе за донат, Апмем. Спасибо большое. Вау, он бьет на 27. О, мой шлепанный бог. Так. Если мы скинем все карты и разрядим сдвоенный разряд перед этим, что мы... Можем ли мы его добить? Сдвоенный разряд... 16 урона. Мы его никак не можем убить. И если мы получим сверху еще 2 удара, это 12. 12 плюс 16, 20... 12 плюс 16, 28. У него 31. То есть, чтобы его убить, нам надо 3 удара сейчас сыграть. Правильно я считаю? Если мы вытащим шок, мы его все равно не убьем. Потому что шок у нас нифига не бесплатный. Сложнее, чем кажется. Сложнее, чем кажется. Намного сложнее. Намного хуже все, чем, блин, могло быть. Оборона здесь особо не поможет. Ладно. Как минимум, вот это правильный ход. Посмотрим, что мы сейчас вытащим. А если шок сдвоенный разряд? Вот, тогда у нас сдвоенный разряд на сферу льда сыграет. Это должно дать нам достаточно блока. Ну, как, скажем так, недостаточно блока, но больше.
общем, мы получили 23 урона. Ну, 23, не 27. Поэтому я считаю, что победа практически. Ну и до свидания. О, гремлин, ты, я не знаю, ты того не стоил 100%. Поющая чаша, может быть, того стоила. Перегрузка ядра тоже, возможно, того стоит. Даже более того, перегрузка ядра — это офигительная штука для... для дефекта, если мы получим некоторые очень специфические карты. Вау, вы меня собираетесь убить, да? Да, я вижу, вы просто кайфуете от этой идеи. Если мы играем цикл, нам нет смысла сдвоенный разряд делать. Но сдвоенный разряд может кого-то из них сваншотить. Пожалуйста. А, теперь мы можем убить тебя. И два блока. Краста, никакие циклы не нужны. Окей, мы его убьем? Нет. У меня еще 100 рублей есть, но уже 90. Так что будет еще 9 долларов. Купи себе 10 долларов. Спасибо, спасибо за донат. Мы берем ледник, да, по-любому. И пора отдыхать. Спасибо подушке. Она нас будет тащить здесь жестко. Так. Это плохо. Здесь все, что вот здесь происходит сейчас, это плохо. Ну, нам нужно по-любому здесь... нам по-любому нужно здесь вырубать цикл сразу. И... наверное, силовое поле. Даже за 3 энергии силовое поле будет нормально. А вот это все ничего не даст. Блин, что-то мне не нравится эта колода. Чем дальше, тем меньше она мне начинает нравиться. Мы очень медленно идем. И да, радуга — это весело. И у нас есть там цикл и вся фигня, но... у нас нет нормальной защиты. Чтобы получить хорошую защиту, нам нужно силовое поле. А силовое поле будет работать только если мы будем играть через таланты, которых нет. Нас все равно пробивают. О, как я ненавижу вас всех. Ну и молнии — это проблема. Молнии очень ненадежная штука, стреляют все время мимо. И даже здесь мы не можем себе гарантировать, что они попадут в кого надо. Вау. Ну, с циклом сфера тьмы, это типа классно. 13 блока, они бьют на 12 плюс 7, то есть вот так 18 блока, все равно мало, надо и 23 блока. А, нет, нам бы хватило, потому что у меня сфера льда, но я про них забыл. Ну, это бывает, что тут делаешь. И до свидания. Зелье ужаса, жир змека ни при каких обстоятельствах нам сейчас не подходит. Автощиты, оптимизация, турбо. Ну, точно не оптимизация. Мы уже делаем билд на сферах. Оптимизация сюда не влезет. Автощиты, может быть. Надо хоть какую-то защиту добирать. И здесь надо, к сожалению, отдыхать. А, я бы так хотел здесь апгрейдиться. У нас столько целей для апгрейда. Это просто жесть. Сколько их у нас. Но мы не можем. Мы не можем себе позволить. Знаешь что, наверное, мы сейчас оба зелья сожрем. Я думаю, что мы не будем выделываться. Надо было в первый ход сжирать, кстати. Без разницы, в каком порядке. И... ну, все остальное тоже смысла не имеет. Ни шок не надо разыгрывать, ничего. Нам бы шок нужен был улучшенный был бы, чтобы наносил 0 урона. Ай-яй-яй. Ой, чтобы стоил 0 энергии, простите. Я все еще не отошел от того, как я натупил с неработающим... с неработающим изображением игры. Ну, будет мне наука. В следующий раз надо захват игры включать раньше, чем ставлю заставку. Я думаю, с этим чуваком проблем не будет. Что нам 100% надо делать, это не убирать сферу молнии с первого слота. А надеемся мы получить предвзятость. Предвзятость была бы шикарна. Мы здесь будем играть только блоки по максимуму и все.
Предвзятость почему шикарна? Потому что у нас есть артефакт. Вот здесь, перегрузка ядра. Ледник не имеет смысла, ничего не имеет смысла. Здесь вообще ничего не надо играть. Хотя, если мы сферу тьмы поставим на первый слот, то мы будем рулить безбожно. Знаете, что я решил? Мы ставим сферу тьмы на первый слот. Это было намного проще через ледник сделать, но... Кто меня умным назовет? Мы можем сделать вот так, и он бьет на 10. Мы еще два удара спокойно сыграем, но у нас нет энергии, поэтому мы сыграем один удар спокойно. Так, а вот теперь ледник разрядит сферу тьмы. В общем, я идиот, нам придется ждать шока. Ладно, ледник не играет при этом. Все неважно, мы его убиваем. По-любому. Шок, теперь сфера тьмы будет заряжаться там... Мы можем ее даже сейчас двойным разрядом разрядить. Это будет 84 дамага. И у него такие понты останутся. Не имеет смысла даже ждать, кстати. Я ее хотел позаряжать посильнее, а потом что-то я так подумал, зачем. У него 33 здоровья остается. Без шансов, что он нам что-то может сделать. Так, так, двойный разряд еще сверху. И, чувак, ты мертв на следующий ход от молнии. Ты мертв, вот молнии. Я предупреждал. Мы ушли отсюда с полным здоровьем. Может быть, деле силы можно было сэкономить. А плохо. Нет карты, на которую я рассчитывал. Есть радуга. С пивом пойдет, как бы. Так, молот, астролябия, атомная батарея. Ну, мне кажется, что мы должны взять эту атомную батарею. Молот слишком опасно. Астролябия, я не думаю, что даже нужна. Хотя можно было бы три удара убрать. Я думаю, это лишнее. Этот этаж важный. Потому что, по-моему, у нас снова автоматон. Смерть моя в автоматоне спрятана. Пойдем сюда. Сюда. И вот так. Или альтернативно... Вот сюда. Нет, я хочу по вопросикам идти. А в магазин мы зайдем в этот, а не в этот. Поэтому вот пойдем. Панцирный паразит. Один из худших противников для билда на... для билда на сферах. Просто отвратительный чувак. Ну ладно. Что сделаешь? Будем как-то жить. И искать предвзятость. Как только мы получим предвзятость, ну, не, я не скажу, что мы как бы забег выиграем автоматически. Но наши шансы повысятся примерно в 50 тысяч раз. Кстати, цикл со сферой плазмы, это, конечно, жесть. Спасибо, 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 спасибо. Ну, идем более-менее быстро. Сфера плазмы, да, это не настоящая энергия. Ну, в том плане, что она, конечно... Долго недолго действует. И рано или поздно она у тебя разряжается. Ну, в всяком случае, в нашем билде она разряжается постоянно, поэтому сильно на нее рассчитывать не приходится. Но она усиливает старт. В каждом бою мы чуть-чуть быстрее стартуем. Так, я бы хотел разрядить сферу тьмы с двойным разрядом. Это реально? Это unreal. Поэтому ладно, разрядим одинарным разрядом и сдвоенным сферу молнии. И мы все равно его убили, какая красота. Зелье скорости, привет мир, лучевая ячейка, агрегирование. Улучшенные карты. Знаешь что, а почему бы мне не взять привет мир? Первое, я его никогда не беру, поэтому это интересно. Второе, у нас есть цикл. Начальная карта. И привет мир тоже будет начальная. И у нас ко всему этому есть силовое поле, которое станет лучше от талантов. Плюс привет мир даст нам разнообразие в билде. Давай мне особую реликвию. Окей. Восполняет 5 здоровья, когда мы получаем золото. Кровавый идол. Это очень большое везение, потому что я как раз хотел сказать, что нам бы какого-то хила добавить в колоду. Ну вот расщепление я бы не хотел добавлять в колоду. Ну раз уж мы его совершенно случайно взяли, то так уж и быть. Шторм, 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 шторм. Офигенно. Так, это нам не надо. Йоу. Это был очень крутой гремлин-картежник.
Теперь надо шторм еще проапгрейдить, и мы сможем начинать каждый бой с тремя талантами. Я был бы счастлив. Давай мне еще реликвию. Пояс для зелий. Я никогда ничего против пояса для зелий не скажу. Проклятие не интересует. Благодарю вас, и мы полечились от идола. И здесь, перед боем, мы куем, угадайте что? Конечно же, шторм. Теперь у нас три начальных таланта. С дополнительной энергией от сферы, от атомной батареи, это норм. Смотри. Шторм, привет, мир, цикл. И плюс ко всему прочему, у нас же есть фонарь. Поэтому у нас 5 энергии каждый первый ход. И силовое поле, и автощиты. Ну, силовое поле и автощиты у нас не всегда будут в первый ход, но все равно. Отличный, сильный старт. Музычка. Котики там бегают. Нет, стоп, это морские свинки. Точно, да-да-да, помню. Сделай билд на исполосовать. Ну и Микки Псик Дискордиат стань. Я смотрю этот стрим, точка, скажи, что у меня тебе варно. Апмем, спасибо тебе за донат. Билд на исполосовать я не сделаю уже никак. Так. Мы разбираемся с вот этими чуваками. Работорговец, надсмотрщик, работорговец. Мы сейчас дебаф не заблокируем вот этого красного пацана. А мы можем, знаешь, что сделать? Я вижу. Мы можем сделать сдвоенный разряд на... что мы можем сделать? Мы можем много чего сделать. Мы можем сделать сдвоенный разряд на сферу плазмы. Потом вытащить голограммой силовое поле, например. Короче, много можем чего сделать. Нужен ли нам сдвоенный разряд на сферу плазмы? У нас раз, два, три, четыре, пять. Нам не нужно. У нас 6 энергии. Так. Тогда, значит, сначала делаем шок. Бум. 7 энергии. Теперь. Голограммой вытаскиваем силовое поле. Бум. 15 блока. Все, мы все заблокировали. Кстати, можно было не это. Надо было шок еще один вытаскивать. Ну ладно, короче. Погнали пока что как есть. Ну... По-моему, я тут слишком много блока сыграл. Очень много блока. Примерно в 50 тысяч раз больше, чем нужно. И надо было зелье скорости играть. Да, такой. Не очень разумный ход с моей стороны. Ледник, ты мне нужен? Да, ледник, ты мне нужен. Даже больше, чем радуга. И подзарядка мне нужна. Мы идем примерно в 5000 раз медленнее, чем мне хотелось бы против них. Здесь виноват только я. Никто другой. А мы могли, кстати, расщепление сыграть, а потом радугу. А пофиг. Неважно. Мы все равно убиваем красного, который максимально дамажит. У нас остается пара типочков. Мы, конечно, их не переблочиваем пока что, но мы идем все равно нормально. Скоро у нас тут лечение. Ну так. Нормальное расстояние такое до лечения еще так. Сдвоенный разряд, пожалуйста, убей его. Спасибо. Благодарю вас. И подзарядка. Все. Мы практически это закончили. Какую реликвию я здесь хочу? Ой, ну... Знаете, у нас выбор реликвий огромный. В следующий раз сделай обязательно. А то задоначу тебе игру. Мне... Спасибо тебе еще за донат. Спасибо большое, апмем. Но я на шантаж, к сожалению, не ведусь. Может, к счастью. Мы убили их, но мы потеряли почти половину здоровья. Сюрикен, ну зачем? Ну зачем ты не в забегах безмолвная приходишь? Облик эхо. Yes, 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 yes. И еще раз yes. Мы это сделали. Фу. Так, у нас есть конденсатор еще. По-моему, мы приготовили наш билд. Чего не хватает, это фокуса. Есть все, кроме фокуса. Знаешь, что у меня появилась, какая идея? Во-первых, купить конденсатор. А из реликвий здесь вообще ничего не привлекает. Мясо, может быть. Проклятий у нас нет. Короче, берем конденсатор, он нужен. Берем зелье фокуса. Это, если что, я потащу на финального босса. Буря, я думаю, лишняя. Цепная реакция тоже.
Разлом слишком поздно. Нет времени на разлом. Я думаю, мы оставляем деньги. Мы могли бы взять зелье проворства и сыграть его с... Знаешь что? А я даже не буду думать. Вот у нас зелье артефакта, зелье проворства. Если надо, мы это можем хоть на элитке сыграть, хоть на ком. Спасибо, раскаленное яйцо, ты будешь чуть менее чем бесполезна. У нас очень сильные старты всегда теперь. Правда, иногда мы зря разряжаем сферу. Но это фигня все. Так, облик эха. Ну, не слишком ли медленно облик эха против этого чувака? А бывает ли облик эха слишком медленным? Я не думаю. Во-первых, это еще одна сфера молний от шторма. А во-вторых, теперь у нас первая карта играет два раза. Что значит, ты труп. Да, ты труп. Не спорь со мной. А, зелье скорости, до свидания. Я думаю, хватит. Я думаю, нам вообще всего хватит. У нас есть карты, которые мы ищем. Теперь мы можем начинать набирать максимальное здоровье. Я обхожу эту элитку. Я трус. Я боюсь сдохнуть на ней. Вау! Ты! Змеи цвет! И ты! Я тебя не люблю совсем. Дай мне автощиты. Шторм цикл. Бум-бум-бум. Змеи цвет — это очень плохо. Возможно, он снова атакует. Ты не можешь отдохнуть немножко? Ты никогда не думал, что бывают такие моменты в жизни, когда нужно расслабиться и получать удовольствие просто. Я начинаю с компиляции, мы ищем что-нибудь. Хотя бы подзарядку. А знаешь что, радуга для нас бесплатная. Более того, нам еще сверху энергию дает. Теперь мы можем сделать подзарядку. Ну, облик эха нужен. И... шок? Да, шок, чтобы получить еще больше блока. Но при этом весь этот много блока — это всего лишь 16. Так, ты должен умереть без прикола. Звойный разряд, да. До свидания. Компиляция, сметающий луч, мэ. Все мэ. Даже компиляция. Поздно. Поздно для компиляции. Улучшить все карты удара и обороны. Конечно, да. Естественно. В основном, ну, понятно, что в основном из-за обороны. Здесь я отдыхаю. На сколько здоровья? 76. Практически полное. Магазинчик перед боссом дает нам дефрагментацию. Лучший день моей жизни. Окей. Есть дефрагментация. Есть сферы. Все есть. Золото можно оставить, можно убрать. А, улучшенные удары. Я не думаю, что есть смысл убирать. Я думаю, это плохая идея убирать удары. Я думаю, это отвратительная идея убирать удары. Нет, ни при каких обстоятельствах. Они улучшенные. Они играют нормально. Да. Если убрать, может быть расщепление. С конденсатором оно нам не нужно. Знаешь что, я убираю расщепление. Оно лишнее. Все, пойдем. Апгрейд перед боссом, дефрагментация. Пошла жара. У нас есть тонна зелий. Если будет возможность, я бы хотел их оставить на потом. Ну, мы посмотрим, как у нас пойдет старт. С улучшенной обороной мы должны пережить его мега-атаку. Но все еще будет зависеть, как быстро мы убьем его кентов. Так, конденсатор вначале — это уже хорошо. А, автощиты рулят. Он 16, нам прилетает 27. Бла-ла-ла-ру. О, прекурсия, дай мне энергии. Бум, красотища. Спасибо, рекурсия, что сферу плазмы, во-первых, перенесла подальше от Релда. Нет, 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 нет. Вы не понимаете. Облик эха запрещено отбирать. Знаешь что, я не рискую. Мы пьем это зелье. И мы пьем это зелье. Дай мне, блин, дай мне голограмму. А голограмму, голограмму мой надо вытащить нам. Вы скажете, что я странный, но я голограммой вытаскиваю удар. Нам нужно конкретно вот этого чувака убить. Не кого-нибудь там левого, а именно вот этого чувака. Кстати, сюрикен, благодарю. Пожалуйста, в него. Пожалуйста. Молнии в него.
Молнии! Ладно, все. Мы врубили дефрагментацию. Мы типа должны себя чухать нормально. Да убейте же его. И теперь я не могу его сыграть. Ну, типично. Очень типично для меня. Не подумать после того, как закончил ход. 40 блока это норма. Но сейчас будет мега-атака. То есть сейчас он тусуется, а потом делает мега-атаку. Рекурсия со сферой тьмы. Благодарю вас. Вам исполосовать. И вот это вот еще. Спасибо. Спасибо сюрикену. Уже две силы. Мы сильный дефект. 58 урона. Так, смотрим. Как мы тут максимум заблочим? Ну, во-первых, голограмма силовое поле это очень, очень хорошо. Голограмма силовое поле. И сверху, наверное, ледник самое лучшее. Да. 45 блока. А, простите, 57 блока. Ну, он нас пробил на один. Ой, даже не знаю, что я буду делать, когда нас на один пробили. Слушай, билд очень хороший. И мы движемся плавно к победе. Нам не нужно сейчас разряжать эту сферу тьмы. Я ее хочу разрядить сдвоенным разрядом. Радуга ее разрядит. О, шок сюда ее. Теперь мы ее заряжаем. Она будет от цикла усиливаться каждый ход. И сдвоенный разряд. Но мы, видимо, на нее сейчас все-таки используем. Но куда еще экономить? Все. Прощай. Он все еще нас пробивает, но мы должны выйти отсюда очень близко к полному ХП. Нет, я думаю, знаешь что? Я думаю, мы выйдем с полным. Да, у нас 56 из 80. Легче легкого. Спасибо за фоллоу на Твиче. Вторая перегрузка ядра. Но есть творческий ИИ. Не, ну слишком много талантов тоже бывает, как бы. Хотя у нас есть энергия. Есть, ну, какой-то бонус на таланты. Но вторая перегрузка ядра. Мы еще можем набрать себе зелий, которые работают от перегрузки ядра. Сфера льда. Так. Замерзшее яйцо заряжает сферу льда, если в конце вашего хода остались пустые слоты для сферу. Для сферу? Все, мой мозг плавился, я умираю онлайн. А мы не берем это. У нас пустых слотов редко есть. Я не беру ящик Пандоры. Но он убил нас в последней попытке играть дефектом. Нет, только крохотный дом и ничего кроме крохотного дома. Спасибо за фоллоу на Твиче. Я сейчас прочитаю кто. Спасибо за фоллоу на Твиче. Вам випитое молочко и памбу. Разлом улучшенный. Эх. Поздно для разлома. Уже не время сейчас. Надо было раньше чехлиться. Скорее всего, по картам мы теперь все время будем брать. Тупо. Тупо ничего. Тупо будем здоровье за поющую чашу брать. И оно нам не помешает. А, у нас лорд времени. У нас против него нормальная колода. Я не боюсь. Я не испуган. Что мы точно не хотим, это видеть голову. Голова имеет самый реальный шанс нас убить. А мы можем обойти без элиток. Сюда, сюда, сюда. О, отлично. То, что нужно. И здесь через магазин пройдемся. В магазине мы ищем зелья. Конкретно зелья, которые работают с артефактом. Все, что работает с перегрузкой ядра и так далее и тому подобное. Апмем, спасибо тебе за 10 рублей. Сколько твой мозг стоит? Я куплю тебе. А мой мозг бесценен. Во-первых, невозможно оценить стоимость настоящего искусственного интеллекта. Ну, как вы, ты знаешь, я не настоящий человек. Я создан был искусственно. Из-за сплава старого радиоприемника и современного калькулятора. Калькулятора, у которого сели батарейки. Поэтому, к сожалению, стоимости нет. Я бесценен. Мне сегодня сказали, что, кстати, к сожалению, нельзя использовать выражение. Особенно в продаже. Потому что это плохое слово. Поэтому, знаешь что? Никакого сожаления. А, диск с данными. Ладно, диска с данными нет, но есть еще одна дефрагментация.
зелий, которые я ищу, нет. Я даже не рассматривал боевую раскраску, но это смешно. Хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм. 999 золота. Ну, я... Друзья. За что игра? Я теперь хочу взять 99 золота и пойти сюда. Да гори все в аду. Ну как я могу? Кто этот ивент был специально придуман, чтобы меня уничтожать? Вот лично, я уверен, что какой-то разработчик посмотрел мои видосы и такой: что этот чувак больше всего любит? А, его жадность убивает каждый раз. Ну-ка давай сделаем ивент, в котором идет 999 золота с большими отрицательными эффектами. Ставлю 5 баксов, что он будет этот ивент брать постоянно. И вуаля! Вау, мы не можем убить взрывателя. Какая красота. Ну, молнии. О, спасибо, молнии. Выняшки. Слушай, у нас фокуса так много, что мы будем рулить безбожно. И у нас проблем не должно быть от слова совсем. Ну, только если я не буду забывать конденсаторы играть. Сметающий луч, обстрел, все лишнее, спасибо, не нужно. 999 золота, купись. Собака. Какая плохая. Какой плохой магазин. Но, во-первых, зелье фокуса еще одно, так что я не жалею, что мы сюда пошли. И... Слушай, ну, надо покупать все. И даже убирать еще что-нибудь, например, проклятие. Чуть не забыл. Зелье энергии, я думаю, нам не нужно. Нам интересней... Еще один конденсатор добавить. И что-нибудь типа еще одного силового поля. 180 золота на случай, если еще один магазин попадется. Потому что остальное все не подходит. Никаким макаром. Здравствуй, огромная голова. Сначала надо было сыграть шторм, а потом конденсатор. Вот, кстати, именно тот чувак, про которого я говорил, что лучше бы нам с ним не связываться. Я хочу фокус. Хер. Окей. Ладно, хорошо. Знаешь что, мы радугу сейчас играть не будем. Она у нас не улучшенная, она сжигается, поэтому я не вижу смысла. Мы ее оставим и сыграем попозже, когда у нас будет фокус, который, я надеюсь, мы когда-нибудь получим. Фокус, кыс-кыс. Я не понимаю, где вся дефрагментация? Алло? Бесплатная карта. Забыл сыграть. Фокус, кыс-кыс. А, неужели, господи, дефрагментация решила посетить нас. Что делать? Как жить-то теперь? Я думаю, что мы играем сейчас перегрузку ядра ради артефакта. Нет, нифига, мы играем защиту, потому что нам защита намного нужнее. Сталкер, спасибо тебе большое за донат, 25 рублей. У меня на правой кнопке мышки перекат, а пустышка на Q. Пустышку на Q не рекомендую в Enter the Gungeon, очень неудобно использовать. А вот на правой кнопке перекат, как только я его переставил на правую кнопку, у меня сразу очень-очень резко повысилась эффективность в игре. Так что ты сразу не сказал, точка, я в этом шаре. Ща найду старый радиоприём, новый калькулятор, поставлю в него севшую в дальнейшую, пока всё соединю, и будет чики-пуки, точка, ты только свой взгляд. Я воспоминания в новый вставлю, точка, и будешь всё рассчитывать за миллисекунду. Спасибо большое за донат, Апмэм. Я не думаю, что ремонт моего мозга имеет смысл, потому что... Половина фана моих видео, я думаю, в том, что я туплю. Причем я это делаю не специально, поверьте мне. У нас все плохо. Кстати, если вы не обратили внимания, у нас все отвратительно. Я думаю, что нам нужно выпивать один зелье фокуса, к сожалению. Я говорил, что огромная голова будет
простите за каламбур, огромной проблемой. Все из-за того, что сферы не усиливаются от дебафа медлительности на голове. То есть мы в заднице, если выражаться простыми человеческими словами. Радуга, спасай. Спасибо, Радуга. Проблема в том, что 5000 лет примерно нужно, чтобы ее убить. И я не вижу спасения. И да, мы можем играть, например... Бля, обыденность, как я тебя не люблю. Просто ненавижу. Мы можем играть больше атак там или что-то такое, но нам и защиту каждый ход поддерживать нужно. В общем, я думаю, мы ее убьем, но, конечно, все плохо. Спасибо большое облику эхо. Вот без него у нас было бы чуть меньше нуля шансов. Но я пытаюсь сэкономить все-таки одно зелье фокуса, потому что очкую. Пожалуйста, разрядите эту сферу тьмы. Есть у нас возможность? Так, ледник двойной, да. О, господи, мы ее убили. Не прошло 5000 лет. Орехалк, благодарю. Нет, нам не нужна все это. Мы этих элиток мы обходим. Шансов, что я на них пойду, просто нету. Абсолютно нету. Так, шторм, цикл. Ну, старт у нас всегда одинаковый. Я даже его уже не комментирую, потому что каждый раз одно и то же. Надо было радугу играть, кстати, в первый ход. Что-то я задумался. Была очень плохая покупка в магазине, она явно не стоила проклятий. Так, радуга бесплатная, начнем с нее. Дальше, перегрузка ядра, раз. Потом, сдвоенный разряд, два. Мимо, все мимо. Это играем, это играем. Силовое поле еще сверху. 20 блоков, более чем достаточно. Невозмутимость. Ну, будем блочить, сколько блочим. Сферический страж для нас не опасность, потому что сферы у нас нормально фигачат. Можно конденсатор, он все равно дает сферу молнии еще. И силовое поле к тому же делать дешевле. Обыденность. Как бы я хотел тебя убрать. Вот если бы где-нибудь здесь магазин попался и можно было убрать обыденность, я был бы благодарен игре. Очень сильно благодарен игре. Она бы была бы просто няшка, если бы она позволило нам так сделать. Так, мы можем тебя когда-нибудь убить или нет? Или я просто вынужден здесь вечность проводить с этим сферическим стражем? Пожалуйста. Спасибо. Спасибо, сфера. Укрепить корпус — хорошая штука против вот этого чувака. Дает много блока, тратит мало карт. Но я, конечно же, брать ее не буду. Убрать все проклятия из колоды. Вау, шара. Сундучок, птицевидная урна. Кстати, тоже неплохо. Это что за покемон? Мы снова встретились. Мы снова встретились. Веселый, взъерошенный парень радостно подходит к вам. Вы не знаете этого человека. Это же я, Ранвид. Есть сегодня что-нибудь для меня, как обычно. Такой парниша, как я, не справится сам. Понимаешь? Вы смотрите на него с подозрением и думаете, как поступить. Вау. Окей. Потерять зелье фокуса, получить реликвию. Потерять 79 золота, получить реликвию. Потерять ледник, получить реликвию. Или атаковать его. Ну, атаковать мне, честно скажу, интересно, но за 79 золота я реликвию возьму любую. И это не любая реликвия, это крон-циркуль. Окей, с крон-циркулем у нас практически гарантированная победа. Если я не затуплю сейчас просто жесточайше, мы должны выиграть. Вообще не проблема. С крон-циркулем. Все, что нам нужно, это запустить фокус. Радуга, во-первых, бесплатная. Это запустить фокус. Ну, что значит запустить фокус? Сделать так, чтобы фокус... фокуса было много, и сферы льда нам настакали миллион брони. Ну, это... Крон-циркуль плюс дефект ведет постепенно к бессмертному дефекту. Нужна бы облик эхо здесь. Нам точно нужна дефрагментация. Точно нужно силовое поле. Точно нужен шок. Ну тогда уже и облик эхо давай сверху. Он еще и полечил нас. Но этот бессмертный дефект будет только если... Кстати, мы его можем сейчас убить? Ну давай двойную дефрагментацию сначала. А потом, наверное, можем мы его убить? Так, стоп, 7.
7,3, 21 урона плюс 11, это 32. И еще удар сверху. Стоп, еще обстрел сверху, да? 4 3, 12, да. Так, и вот так. Это его убивает, более чем. Жидкая бронза. Не, пожалуй, нет. Зелье энергии интереснее. И все, карты мы больше не берем. Бесцветную карту. Давай мне. Оковы тьмы. Это я всегда возьму. Даже если колода переполнена. И фуф, запросто. Маска. Золотом тратить больше некуда. Практически идеально все идет. Не накаркать бы. Всегда одинаковый старт. И это неплохо. Просто постоянство, признак мастерства. Я бы вот это зелье еще сменил на зелье ловкости, которое плюс 5 ловкости. Оу, дефрагментация. Позвольте. И вот так позвольте. И это вам. А, это мне. Молнии, убейте его. Благодарю вас. Жрица змей. Но прекращай сопротивляться. Сопротивление тупо бесполезно. Я тебе отвечаю. Смотри, что делается. Бум. И как бы бум. 21 блока, а? Есть у тебя столько урона? Нету. Вот и я так думал, что нету. Я временно превратился в Михалкова. Или как его называют у нас? Михалковского. Конденсатор. Подходи поближе. Но хватит. Хватит сопротивляться. Сдавайся. Спасибо. Я думаю, компиляция нам тоже не нужна. У нас все есть для победы, что нужно. Мы даже покуем перед боссом. Окей, дефрагментацию, естественно. Другого ничего коваться просто не может. Физически. Начинаем сразу. Раз зелье. Мы можем зелье, древнее зелье прямо сейчас пить. Бьет на 24. Можно даже зелье защиты сразу пить. И у нас шторм. Цикл. Конденсатор. Привет, мир. И сверху еще шок держи. Как тебе первый ход, пожиратель времени? Нравится? Мне тоже. Кстати, не надо расслабляться. То, что у нас есть там фокус и всякие облики эхо, это не значит, что мы бессмертные. Но то, что мы сыграли облик эхо и дефрагментацию так быстро, это значит, что мы... Я не буду говорить бессмертные, но мы рулим. Так. Вопрос в том, играть ли мне сейчас ледник. Немножко сфер льда не помешает. И нам, конечно, надо бы закончить ход сейчас, но мы не можем. Поэтому мы его не закончим сейчас. Но у нас 5 блоков перейдет за счет крон-циркуля. Спасибо, крон-циркуль. О, вот эти ребята. Ладно, очень, очень простой ход. Двойной конденсатор, слоты для сфер всегда нужны. И больше мы ничего сыграть не можем, естественно. И привет, 17 урона. Да, что-то я... Ладно, двойная дефрагментация еще одна. Все, мы его сделали. Здесь... У него нет шансов. У нас цикл. Мы наносим только 22 урона в начале каждого хода. Теперь пойдут еще двойные радуги. И прощай. Сейчас сферы тьмы полезут. Мы можем даже больше ничего не разыгрывать. Хотя знаешь, что нам стоило бы сделать? Наверное, стоило бы сделать голограмму и... И чего? Я хотел еще одну радугу, но энергии-то нету. Ладно. Тогда я буду глупым и сделаю сферу молнии. Он мертв на следующий ход. А, нет, он полечился. Неважно. Абсолютно неважно. Невозмутимость раз. Двойная невозмутимость, простите. Радуга разрядит эту сферу тьмы. Ну и ладно. А силовое поле я сыграю, чтобы закончить его ход сейчас. И на следующий ход мы могли играть. У нас 123 блока. Чего я вообще волнуюсь? 108 блока. Чувак, тусуйся. Просто тусуйся. Ставим сферу тьмы на первый столбик. Все. 179. Мы выиграли. Какой классный забег.
Причем забег интересный даже тем, что он не был решен с самого начала. Вначале было достаточно сложно для того, чтобы это было интересно. В середине тоже была интрига небольшая. Не очень большая, но очень сильный забег. И он имбовым стал только под самый конец. Вот этим он мне особенно понравился. Что вначале у нас была хорошая интрига. 14 уровень возвышения открыт. 1336 очков. Ну, меньше среднего, наверное, все-таки. Но хорошее количество. Компьютер не висни. 14 уровень доступен всем. Ну что, завтра у нас все шансы взять 14 кем-нибудь. Не знаю кем. Посмотрим по настроению. Ладно, я надеюсь, вам понравилось это видео. О, если это так, то заходите ко мне на Patreon, там интересно. А еще вы можете нажать лайк и подписаться на канал, нажав на колокольчик. Ну а я благодарю вас за то, что вы смотрели. И увижусь с вами обязательно в следующий раз. Фу, чат, я прошу прощения за неполадки сегодня.